Как вы думаете, кто к вам приходил на первый день рождения? Оно себя взорвало. Да-да, это тот самый большой взрыв, описанный много раз в физике, да? И создало из себя эту вселенную. Даже в Библии про это сказано, да? Кровавое убийство комара – это применение закона кармы. Это лучшая база для следующих отношений. Если вы сейчас не в отношениях, то вам эта практика поможет подготовиться к следующим классным отношениям. Если вы уже в отношениях, но они не идеальны, то вы можете их очень сильно улучшить, если не расшифровывать эти боли, эти уроки от людей, от наших бывших. Вам будут встречаться ровно такие же люди, как и ваши бывшие. Значит, проработаем, измену же нельзя простить. Это точно ваша мысль? Но тут она постоянно проецирует на него вот этот свой образ изменяющего мужчины и свой страх. Это его программирует как раз на ту самую измену. А вот так вот, пообщавшись через душу, через эту практику, с этим человеком, который причинил вам боль, вы очистите душу, вы очистите сердце.